Так, зашла в местный у них магазин. Ни я их не понимаю, ни они меня не понимают. Взяла чипсы, они лежали с краю. 20 рублей всего стоит. У них хорошо на пачках написано цена. 20 рублей чипсы. Потом взяла сок. Соки у них очень дорогие по сравнению с нами. Может, они более натуральные, чем у нас. В общем, вот эта баночка 145 рублей. 145 рублей. Две пачки орешек, не знаю, сколько даже стоит. На них нет наклеек. Но вот печенье у них супер вкусное и очень дешевое. Такая большая пачка у них стоит. Так, где тут цена? Так. А вот цена. Цена 27 рублей. Дешево. Но вкусное. Сегодня попью с кофе. Шоколадненькие печеньки. Так, сейчас отдохну чуть-чуть и пойду дальше.